Добрый день, дорогие мои. Меня зовут Самсон Ачампо. Я представляю семейный центр Евангелия Украины. Дорогие мои, Писание говорит о том, что Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же. Это говорит о том, что Бог не изменен, как вчера, так сегодня и так и будет всегда. Он изменяется. У меня есть хорошая новость для вас, который любит Иисуса Христа так сильно и готов идти за Христом и последовать за Ним. И верите, что Иисус, который был вчера, Он также есть сегодня и будет с ними вечно. Итак, я представляю вам миссия, наше служение, которое предлагает вам два курса. Первый курс интенсивной подготовки служителей и евангелистов. Второй курс интенсивной подготовки служителей душепопечителей. Для первого курса это будет первый курс интенсивной подготовки служителей евангелистов. Уже у нас будет третий набор. И в этом наборе мы будем... Регистрация уже началась. И занятия будут начинать октября 25-го. Но регистрация заканчивается начало октября. И уже началось, поэтому спешите, регистрируйте. Вы можете найти вся информация о школе на наши и наши контакты. Вы можете найти на блоге «Семейные центры Евангелия», дорогие мои. В этот первый курс «Школа интенсивной подготовки служителей и евангелистов» у нас будет 7 модулей. Первый модуль – это призвание, ведение и свидетельство. Второй модуль – история пробуждения. Третий модуль – евангелист и его послание. Четвертый модуль у нас будет тема «Канония и дисциплина жизни евангелиста». Пятый модуль у нас будет «Евангелист и его послание». Шестой модуль – «Подотчетность и ответственность служителя евангелиста». И последний модуль, седьмой, будет «Палаточное служение». Дорогие мои, помните, Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же. Все, что Он сделал, Он способен делать сегодня. То, что Он сделал через кого-то в библейские времена, Он способен повторить через нас с вами сегодня. Он сказал, жатвы много, а делателей мало. И это послание актуально сегодня звучит. Богу нужны делатели. Будьте один из них. Я приглашаю вас и бросаю вам вызов, что ваша жизнь изменится и последствия жизни многих людей также будут изменяться вместе с вами, со Христом. По поводу второго курса, которые есть интенсивные подготовки служителей душепопечителей. Эта программа будет начинать в ноябре, в отличие от первого, который в октябре начинается, это будет начинать в ноябре. И в ноябре мы будем проходить темы 5 модулей. Первый модуль, который мы рассматриваем, важность и необходимость душепопечителя. Второй модуль, мы будем рассматривать трихотомия и маски. Третий модуль, мы будем рассматривать травмы и зависимости. И четвертое, семья. И пятый модуль, домашняя группа. Вся информация о школе интенсивной подготовки служителей и душепопечителей также вы найдете
na bloco esse mini centro Ivanglia. Já que tu tá já prilogite, se é que tu zaconte escola intensiva na pagatov que sujeitele evangelisti, tá já registra vassa o escolhe sujeitele dos papichitini. Vite, sujeire evangelista nizaconte vai sa toca svidete svovania propavidani evangelia chilavie ku e spasenie ivo. Isso é glúvse, nada ivo, isso nivo zilet uchiniki, e utvedit ich, e pamagat im utvejdasa va Christie, kak jedinstvini asnavanie na kami, na katore ani mogu stroi svoju prekrasniu žizni sa Kristom. E svoju očerit, ani pavtaria to, što vi umete djele, što vi patvedit pisanje, što Isus Kristos вчера, сегодня, во веки тоже. Поэтому мы приглашаем все вас с первого набора, второго набора. Я буду все вас ждать. Дуже буду рад видеть каждого из вас. Регистрируйте. И для второго курса регистрация заканчивается в середине октября. Потому что ноябрь мы начинаем. Вся информация вы найдете на нашем блоге в мини-центре Евангелия. Я вас люблю, благословляю вас. Дорогие мои, мы с вами можем изменить наш мир, изменяя в себе, познавая себя и влияя на наше общество. Украина имеет надежду, потому что ты есть в этой стране, и Господь через тебя будут влиять на нашего народа положительно. Мы носители надежды, жизни, любви и веры. Да благословит Господь Бог, ради с вами пообщаться. С миром Божьим.